Пошел. Значит, сегодня у нас какое число, Петя? Я проверю. Не надо проверять, иди сюда. 23 августа. Сегодня нам принесли рыбу. Сейчас мы готовим банки, делаем тузлук. И вот у нас красная икра, таи икра. Это пойдет для Рады, это пойдет для нас. Вот, Вася, подними теннисную ракетку сейчас, секундочку. Вот видите, мы через теннисную ракетку пропускаем эту икру, и вот такой тузлук получается. Вот Вася как работает у нас. Молодец. Помогает мне. Петя, снимай дальше на камеру. У нас не очень долго. Вот я, всем привет. Пальцы убери свои, вот, чтобы все работало. Показывай теперь как. Я вот держу, у нас методика. Иди сюда, Петя, становись на стул. Навесь на стул, снимаю вот эту. Это вот тузлук, Вася берет у нас, берет тузлук. И дальше он через теннисную ракетку проводит. Смотри, Петя, вот покажи, как вот Вася, какие круговые движения он делает. Я держу, Вася у нас делает. Он у нас морской капитан. Вот как икра просачивается туда, падает, и у нас получается икра. Дальше мы ее будем солить, мы потом еще вам покажем. Подожди секундочку, Вася, останови. Мы сейчас покажем, сколько мы икры уже сделали с тузлука. Посмотрите, какая она получается чистая. Стой, Вася, стой. Смотрите, Петя, снимай. Вот она какая чистая икра. Сюда. Все. Ну, все, пока. Выключай. Можешь выключать. Так. Я не очень знаю. Что ты не очень знаешь? Вот на какой? Эту нажимай, вот на все. Голубой, вот эту. Вот на эту нажимай. Вот эту? Да, вот на эту. Она? Да, выключай.